Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайные зрители. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители качественной садово-парковой техники. Таковую мы сегодня и представляем. У нас в гостях на обзоре замечательная компания HNDER со своими профессиональными газонокосилками LM53XP и LM46XP с профессиональными двигателями Honda GXV160. Газонокосилки не самоходные, газонокосилки профессиональные для участков на 20 соток. Это реально крутые машины. Сейчас подробно про каждую, с чувством, с толком, с расстановочкой. Погнали! Итак, друзья, по традиции сердце машины. Итак, почему эта газонокосилка профессиональная LM46XP? Да потому что, как и в LM53XP, здесь стоит двигатель от компании Honda, обновленный GXV160. Эти двигатели, еще раз повторю, и не устану повторять, профессиональные. Honda, она и в Африке Honda, но здесь преимущество обновленных двигателей в том, что они менее шумные, меньше потребляют топлива, то есть они более экономичные. Естественно, по всем стандартам они экологичны, чистые, но практически, естественно, присутствует выхлоп. Итак, двигатель на 160 кубиков мощностью аж в 5,5 лошадиных сил позволяет вам работать 24/7. В любых условиях, при любых, естественно, погодных условиях и рабочих условиях. Поэтому эти газонокосилки являются профессиональными. Тут облегченный запах стоит с помощью декомпрессии, очень легкий доступ ко всем узлам, ну и, естественно, бачки на 1,4 литра, которые позволяют вам работать абсолютно точно час без перерыва до заправочки. Следующим нашим пунктом идет дека в LM46XP, дека идет шириной аж на 46 сантиметров. То есть очень просто и очень быстро будете проходить ваш участок. Итак, дека металлическая. Дека также оснащена у нас штуцером для ее промывки. Находится с правой стороны от оператора. Также дека регулируется по высоте, то есть регулируется высота травы после ее кошения. От 25 мм, то есть от 2,5 см до 7,5. Естественно, регулировка высоты здесь центральная. Рычаг находится с правой стороны от оператора, очень просто регулируется в 5 положениях. Итак, еще что хочу сказать про деку. Она с специальным покрытием для того, чтобы дека не, естественно, не ржавела, и ей, собственно, дождь и холод не страшен. Друзья, что еще хочу отдельно сказать? Отдельно хочу здесь остановиться на колесах. Задние колеса с увеличенным диаметром для того, чтобы газонокосилка проходила неровности. Ну и, естественно, все на подшипниках, никаких втулок. Очень надежно. Я говорю всегда, что простота – это в первую очередь надежность. Ну и, естественно, компания H&D – это эксклюзивность, поэтому здесь стоят специальные плавающие ножи на пластине. Очень все просто для того, чтобы, если вы попали на инородное тело, ножи просто проскользили и не было обратного удара. Ну и, конечно же, по компактности. Ручка складывается вот здесь вот. 4 барашка, их скручиваем, кладем ручку, достаем травосборник. Кстати, травосборник здесь аж на 50 литров. Очень классная рукоятка, специально для того, чтобы руки не скользили. Очень удобная. Ну, прям сделано очень качественно. Также с левой стороны от оператора находится регулировка оборотов двигателя, чтобы работать абсолютно по любой траве. В общем, обратите обязательно внимание, машина компактная, машина профессиональная, машина производительная. И теперь перейдем к модели LM53XP. В первую очередь я хочу сказать еще раз про двигатель. Двигатель стоит точно такой же, обновленный GXV160 на 160 кубиков в 5,5 лошадиных сил. Но здесь уже увеличено ширина кошения до 53 сантиметров. Также увеличенные колеса спереди и сзади, то есть эта машина более проходимая, и, естественно, так как у нас увеличена ширина кошения, то мы будем проходить наши участки гораздо быстрее, чем на модели 46. Эта машина также профессиональная, работает 24/7, можете спокойно брать жилищники, кооперативы, без разницы, эти машины работают круглосуточно. Итак, про нее более подробно. Так как про двигатель я вам уже рассказал, перейдем сразу же к отличиям. Ну, естественно, первое, что бросается в глаза, это защитный бампер, для того, чтобы, если вы куда-то врезались, ни в коем случае дека не повредилась. Также здесь в колесах стоят подшипники, это очень надежно, машина едет очень плавно.
Напомню, что штуцер для промывки деки идет и в модели LM46XP, и в модели LM53XP. Штуцер для промывки деки – это очень удобная функция. Подключаете шланг, включаете деку, то есть заводится мотор, вращаются лопасти, и дека сама себя моет. Очень удобная функция. Рукоятка, которая отвечает за регулировку высоты после кошения, здесь уже немножко отличается от модели 46-й. То есть вот очень удобный хват, и очень простым движением руки мы можем регулировать высоту от 2,5 до 7,5 сантиметров. Также задние колеса здесь в диаметре тоже увеличены. Очень хочу это отметить, потому что машина действительно очень проходимая. Как я уже сказал, дека шириной в 53 сантиметра, и здесь уже на специальном диске установлено уже 4 плавающих ножа. Кстати, на 46-ю можно тоже еще дополнительно 2 ножа одеть, это доп. Функция, то есть это нужно докупать. А здесь в 53-й машине уже предусмотрено 4 плавающих ножа. Также, если вы попали на инородное тело или на камень, да без разницы, не придет удар на в обратку на двигатель. Это очень крутая функция от компании HMD. Также в 53-й машине хочу остановиться на травосборнике. Травосборник здесь уже идет на 60 литров. И на панели оператора присутствует рычаг регулировки оборотов двигателя для того, чтобы работать по абсолютно разной траве. Итак, машины надежные, машины профессиональные, работают 24/7. Про каждую из них я вам уже рассказал, так что выбирайте с чувством, с толком, с расстановочкой. А в этом вам помогут наши замечательные менеджеры, которые находятся по адресу город Москва, Полярная улица, 33А. Обслуживается компания H&D в нашем замечательном сервисе по адресу город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. Точно так же, как и двигатели Honda обслуживаются тоже в нашем сервисе. В нашей компании, не устаю напоминать, есть такая бесплатная опция, как бесплатная предпродажная подготовка. Машину соберут, заведут, проверят и уже привезут вам в готовом виде. Обязательно пользуйтесь. Переходите по ссылочке к нам на сайт, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, ставьте лайки, пишите комменты. Ну и, конечно же, я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока!